Привет. Ну что, это, наверное, откровение, а можно сказать, что конец. Конец деятельности канала «Дава Дым», который был. И я думаю, можно будет чуть немного поговорить. Это, думаю, важная инфа, потому что после нее очень много что пойдет совсем по-другому. Потому что я сломался, не спорю, я уже не тот Дава, который был, но это все легко вернуть. И я думаю, надо все это возвращать, надо заново все это делать, и потому что я могу, я пиздат, я ультрахаризматичен, и я Дава. Тот парень, на котором выросло не одно поколение кальянных мастеров. Иначе бы я по всем городам России, по, наверное, процентам 80 городов России, не давал бы мастер-классы. И вот, я подумал, что давайте-ка мы оставим канал «Дава Дым», полностью его уничтожим и сделаем новый. Новый «Дава Дым». Что мы оставим в прошлом, да, канале? Оставим меня там, в прошлом. А в новый канал уже будет другой «Дава». Так, я думаю, будет интереснее. Дава, который не проебывается по датам, по выпускам. Дава, который больше не будет брать деньги за мнение. Дава, который не будет больше продавать свое мнение. Дава, который за бесплатно ничего снимать не будет. Поэтому производители... Я жду вашей продукции. Башлять не надо. Давайте сделаем так. Кто хочет забашлять, он забашляет просто так. Но теперь о продукции только честно. А с чего это? Наверное, это с того, что я создал свой телеграм-канал МВЧ «Мысли в чашке». И он максимально неподкупный. Он максимально без купюр. И он довольно-таки провокационный. Почему я не могу сделать свой YouTube-канал таким же, без купюр, провокационным? Ведь я могу. И я это сделаю. Поэтому это видео знак того, что мы больше не берем бабки за проплаченное мнение. Объясню, почему я брал. Потому что на тот момент, да, это у нас видео ебаный в рот откровение. Нужно было перекрывать огромное количество нужд. А сейчас все эти нужды перекрыты. Все, что нужно было купить, куплено. И финансовая, наверное, стабильность стабильна. Сейчас можно дать волю своему мнению, своему профессионализму и уже хорошенечко качнуть, потому что ничего уже, в принципе, не качает. Даже взять телеграм-площадку. МВЧ качает, МВЧ разъебывает. И, думаю, надо нам тоже разъебывать. Поэтому встречайте, это Дава Дым, который охуенный Дава Дым. Спасибо за то, что посмотрели. Я думаю, дальше мы будем хорошенечко разъебывать.